Основные усилия подразделения армии Донецкой Народной Республики были сосредоточены на укреплении кольца окружения вокруг группировки украинских войск в районе Дебальцево. В рамках данных мероприятий подразделения армии ДНР осуществляли рейдовые действия для закрепления на господствующих высотах вокруг стратегически важной автомобильной дороги Артемовск-Дебальцево. Ранним утром 1 февраля огнем ополченцев были пресечены попытки прорыва двух колонн с боеприпасами, топливом и провизией для окруженных украинских войск Дебальцево-Артемовск. Еще три колонны с санитарными и грузовыми автомобилями, в которых вывозились раненые украинские силовики в Артемовск, в течение дня были беспрепятственно выпущены из Дебальцево. Огонь по ним наши подразделения, блокирующие трассу Дебальцево-Артемовск, не открывали. Хотя, по нашим данным, в одной из этих колонн были также эвакуированы представители штаба украинской группировки в Дебальцево. Минувшую ночь и в первой половине дня противник проводил перегруппировку своих сил в целях подготовки к прорыву из Дебальцевского кольца. Большое количество бронетехники и живой силы с боями перебрасывается из Дебальцева в направлении Попасного. По радиоперехватам нашей разведки на этом участке командование украинской группировки в ближайшее время будет предпринята попытка очередного прорыва кольца окружения с дальнейшим уходом в Артемовск. Перешедших накануне под контроль ополчения Чернухина и Глигорска органы безопасности Донецкой Народной Республики осуществляют выявление и нейтрализацию мелких групп противника, не успевших покинуть город, с оступившим в Дебальцево основными силами украинских силовиков. В ходе этих мероприятий задержано 9 украинских военнослужащих, из которых четверо тяжело раненые, брошенные своими командирами для обеспечения своего безопасного отхода в Дебальцево. Сейчас им оказывается помощь. Сегодня днем в Олигорске трое украинских военнослужащих, заблокированных в одном из жилых домов на восточной окраине города, после переговоров согласились добровольно сложить оружие и сдаться подразделениям армии ДНР. Однако в ходе внезапно начатого обстрела этого района из украинских градов в результате прямого попадания в дом реактивного снаряда все они погибли. Ранения получили наши военнослужащие. Подобные случаи не единичные. В результате беспорядочных обстрелов украинской артиллерии оставленных населенных пунктов гибнет большое количество брошенных там украинских силовиков. На Донецком направлении противник осуществлял интенсивные обстрелы реактивной системы залпового огня позиций подразделений Минобороны ДНР в районе аэропорта, а также городских кварталов. Имеются жертвы среди мирного населения. На Мариупольском направлении отмечались отдельно беспокоящие обстрелы наших позиций и самоходных артиллерийских установок и градов. За сутки ведения боевых действий потери украинских силовиков составили 57 человек убитыми, 5 танков, 7 БМП, 12 артиллерийских орудий и минометов. Ополченцами захвачено 2 полевых склада с большим количеством боеприпасов к РСЗО «Град» и ствольной артиллерии. Всего с начала возобновления активных боевых действий в течение 16 суток противник потерял 134 танка, 109 БМП и БТРов, 83 орудий и минометов, 58 автомобилей. Людские потери составили 1496 человек. Разрушения, которые были зафиксированы в течение суток. В Донецке 22, в Макеевке 45, в Горловке 18, и в этот момент, когда мы сюда ехали, обстрел городской черты продолжался. Докучаевский 12, Весеноватый 20. Всего 117. Пострадавшие убитыми в Донецке 2, Весеноватый 1. И когда мы сюда ехали, добавился еще один человек в Петровском районе, итого 4. Раненые в Донецке 5, в Горловке 16. Весеноватый 1, Макеевке 7. И к этой цифре, которая общая была 29, нужно добавить еще 9, которые в Петровском районе. Итого получается 38. Также хотелось бы отметить сегодня попадание в 3 школы. 2, которые находятся на улице Щерса.
и одна находится в районе Басе. По Щорса попадания были в дома 96А, 97, 94А, 77К, 62, 64. Было попадание в магазин АТБ в районе Маяка, улица Батищева. Также зафиксировано было попадание в больницу номер 25, это в Кировском районе. Сегодня было попадание в три шахты. Шахта Скачинского, шахта Абакумова, в которой есть один пострадавший горняк. И шахта, это в Макеевке, Черногордейском районе, она называется Починковская глубокая, или там Починковская синовата, там по-разному ее называют. Попадания, которые были сегодня по Горловке. Самый резонансный, вот, давайте, потому что их очень много. Рогозина, дом 12, это пятиэтажный дом. Бессонова, 42, это девятиэтажный дом. Повреждены 7, 8, 9 этажи. Ну, подъезды, прошу прощения. Там было два раненых. Рогозина номер 2, было тоже два ранена. Также было попадание рынок Александрия. Был пожар. Вечером вот это попадание, которое я говорил, одной из школ, которая находится на БС номер 37, также отмечено попадание в завод «Донгормаш». У нас прошел так вот очень тяжелый день. Потери, которые составили военнослужащих ополчения армии ДНР. 7 человек убитыми, 23 человека ранены. Хотел бы также вам назвать населенные пункты, которые мы уже начинаем контролировать. Это Калиновка, Лозовое, Редкодуб, Никишина, Малоорловка, Тимофеевка, Веселая, Кумшатская, Стрюкова, Гурты, Миус, Круглик, Красный Пахарь, Мебельщик, это в ЛНР. Также мы находимся на окраинах Мироновская. Это все населенные пункты, которые находятся в районе котла. Что котел, кроме того, как сжимается сверху, он начинает сжиматься еще по бокам. Я сегодня специально подготовил одну фразу, вот, которую хотелось бы вам зачитать. Ее сказал Шухевич, это идеолог УПА. «Не запугивать, а истреблять. Не надо бояться, что люди проклянут нас за жестокость. Пусть из 40 миллионов украинского населения останется половина. Ничего ужасного в этом нет». Из того, что происходит у нас вокруг, такое впечатление, что та украинская власть, которая сейчас находится в Киеве, она действует по призыву идеолога Шухевича и просто истребляет свой народ.